первый день осени на дорогах города произошло несколько крупных ДТП. К примеру, вечером на перекрестке улиц Джамбула и Акимжанова на Курмыше. Данный перекресток довольно оживленный, и здесь периодически случаются столкновения машин не только друг с другом, но и с близстоящими дорожными знаками и бордюрами. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Все участники инцидента отделались легкими ушибами и испугом. Однако обе машины марок «Лада» и «Рено» пришлось увозить с места ДТП на эвакуаторах. Минувшее лето стало настоящей головной болью для дорожных патрульных. Слишком много аварий со смертельным исходом и тяжелыми травмами произошли как в областном центре, так и на загородных трассах. С начала года на территории Актюбинской области произошло 101 ДТП, где 7 погибли и 97 пострадали. К примеру, 1 сентября ночью водитель Toyota Land Cruiser Prado на пересечении проспекта Кинесанокина и улицы Жанкожа Батыра наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево, в результате чего последний погиб. Для предотвращения такого рода ДТП водителям и пешеходам необходимо соблюдать элементарные правила дорожной безопасности. Водитель должен всегда перед пешеходным переходом заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийности на пассажирском транспорте с 23 по 26 августа по области прошло ОПМ такси. Полицейские в ходе таких акций проверяют наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров и грузов, техническое состояние авто, прохождение водителями медицинского и технического осмотров. За три дня полицейские пресекли более 1000 фактов административных правонарушений. К ответственности было привлечено 57 водителей за нарушение правил маневрирования, использование сотового телефона во время езды и выезд на встречную полосу. Но не только люди становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. На постоянной основе полицейские информируют население о запрете бесхозного выпаса скота, чтобы предотвратить случаи нахождения домашних животных на дорогах. Зачастую в результате наездов на четвероногих водители и пассажиры получают травмы и увечья. С начала года по области зарегистрировано 4 ДТП с участием скота, в результате которых 3 человека погибло и 7 получили различные телесные повреждения. Бір минут экранға назар аударуларыңызды сұраймыз. Бірінші қыркүйек жаңа оқу жылы басталғалы тұр. Әрбір адамның өміріне ерекше бақыт сыйлайтын балаларымыздың амандығы біздің басты тілегіміз. Наиболее полного охвата аудитории во время акции по борьбе с ростом ДТП можно добиться, к примеру, на стадионе. Августовский матч между Актюбе и Павлодарским АКСУ посетило около 13 тысяч человек. Для них в перерыве полицейские приготовили профилактический ролик. Полиция департамента Алангаушлак Пульдруде. В преддверии начала учебного года полицейские показали ролики по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. С начала года на территории Актюбинской области произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибло 7 детей и ранено 74. Безопасность дорожного движения – это очень важная проблема. Несчастные случаи на дороге – одна из причин детского травматизма, которая является проблемой не только родителей, но и общества в целом. Часто дорожные происшествия происходят по причине неосторожного, невнимательного поведения школьников на улицах, когда они идут в школу или возвращаются с уроков. Одним из условий дорожно-транспортных преступлений является низкий уровень культуры поведения на улицах и дорогах. При этом данный фактор в поведении взрослых участников дорожного движения оказывает существенное негативное влияние на уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Обращаем внимание родителей и детей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Напоминаем, что переходить улицу можно только в зоне пешеходного перехода и на разрешающий сигнал светофора. Во всех школах страны 1 сентября проводилась полицейская акция «Правовой всеобуч». По указанию министра МВД Марата Ахметжанова поручено провести правовое занятие в стенах школы. Цель сегодняшнего мероприятия – довести до наших школьников, до наших детей, с какого возраста именно начинается
ответственность за уголовный проступок, за уголовное деяние. Мероприятие было направлено на защиту прав несовершеннолетних от преступных посягательств и профилактику преступности среди данной категории жителей. Вы все знаете по сегодняшний день, я говорю, не только в нашей территории, по всей республике синтетический наркотик – это беда 21 века. В связи с этим, чтобы наши дети были осведомлены, что влечет за собой не только уголовное наказание, в том числе и за употребление, привязанность, вот, как вы знаете, и по дорожной безопасности. По данным ювенальной полиции, с начала текущего года по области зарегистрировано 42 преступления, совершенных подростками, и 48 преступлений совершены в их отношении. Стражи порядка напомнили школьникам об основных правилах поведения на улицах и дорогах, рассказали о правилах перехода проезжей части, катания на велосипеде и самокате. Полицейские в канун начала учебного года провели также разъяснительную работу по профилактике карманных краж. Работа шла с пассажирами автобусов. На остановках и в общественном транспорте расклеивались фотографии лиц, состоящих на учете как карманные воры. Ни для кого не секрет, что с началом учебного года любители карманной наживы активизируются. 97% карманных краж по региону происходит в областном центре. С начала года в октябре было совершено 179 таких преступлений. Однако не только в общественном транспорте студенты и школьники подвержены материальным лишениям. С началом учебного года в октябре участились мошенничества, связанные со сдачей квартиры в наем. Злоумышленники берут в аренду квартиру на несколько суток и пересдают ее на несколько месяцев иногородним студентам. К примеру, 26-летний мужчина арендовал на несколько суток квартиру и под предлогом сдачи в аренду квартиры на несколько месяцев завладел деньгами в сумме 85 тысяч тенге у студента третьего курса одного из вузов города Актобе. В отношении подозреваемого по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. Департамент полиции рекомендует при аренде квартиры на длительный срок необходимо проверить соответствующие документы и в случае необходимости составить договор аренды. Но под влиянием мошенников все же чаще попадают уже более зрелые горожане. В городской отдел полиции с заявлением обратилась 50-летняя продавщица магазина. По словам женщины, 24 августа молодая девушка оттоварилась у нее в продуктовом магазине. Подозреваемая приобрела продукты, а когда расплачивалась на кассе, показала чек и ушла. Позже продавщица узнала, что чек был об оплате оказался поддельным. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 21 тысяч тенге. Как только поступило сообщение, сотрудники полиции сразу же осуществили все необходимые меры по раскрытию преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя жительница города Актобе. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские призывают предпринимателей проявлять бдительность и осторожность, дабы избежать подобных случаев. Актюбинцам советуют принимать безналичную оплату за товар не через банковское приложение, а только через терминалы. 30 августа в городской отдел полиции поступило заявление от 24-летнего мужчины. Он пояснил, что малознакомая женщина заверила, что может устроить на работу вахтовым методом в одну из нефтяных компаний на западе страны, но за свои услуги потребовала предварительную плату. Молодой человек через интернет-приложение перевел ей 50 тысяч тенге. Когда на оговоренную встречу посредница так и не пришла, потерпевший понял, он имел дело с мошенницей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. Она дала признательные показания. Выяснилось, что подозреваемая успела обмануть еще около 10 человек. По всем фактам проводится досудебное расследование. До своего задержания женщина успела обмануть десяток человек. Ей грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В последнее время участились случаи звонков горожанам от мнимых сотрудников полиции с использованием подменных номеров. К примеру, двум местным жителям позвонили мошенники. В первом случае мошенник представился следователем, объяснив, что неизвестные лица хотят снять денежные средства со счета.
А для уточнения данных аферист предложил гражданину сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию. Во втором случае звонивший представился сотрудником банка и аналогичными действиями завладел информацией. В результате мошенники получили доступ к банковским картам и депозитам жертв с дальнейшим переводом с них денег. Найти преступников пока так и не удалось. Зато удалось на минувшей неделе задержать преступника-рецидивиста, который промышлял квартирными кражами. Установлено, что мужчина – житель соседнего региона и не так давно вышел из тюрьмы. В связи с жаркой погодой многие граждане оставляют на ночь открытыми окна и двери домов. Этим и воспользовался преступник. Он входил в дома с открытыми окнами и дверьми в ночное время, откуда выносил ценные вещи и деньги, пока хозяева спали. Так он успел обчистить 10 квартир. Августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 28-летнего актюбинца, работавшего поваром в ресторане. У него изъяли почти 2 килограмма марихуаны. На следующий день на парковке супермаркета с поличным был пойман и его подельник. Мужчине 35 лет, и при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения из-за употребления каннабиса. В итоге у задержанного в машине оказался 41 сверток с марихуаной общим весом 2 килограмма. Это, согласно сводной таблице наркотических средств, относится к особо крупному размеру. Задержание наркоторговцев по всей стране идет в рамках масштабного оперативно-профилактического мероприятия «Карасура». В его проведении сотрудникам УБН содействуют и патрульные службы. В ходе ночного патрулирования проверяются самые темные уголки городских дворов. Безопасность граждан – это не только профилактика по противодействию наркообороту или росту ДТП. Мошенники, грабители, насильники – все эти преступники орудуют круглые сутки. И от полиции всегда требуется сохранять бдительность, чтобы рядовые граждане могли жить спокойно.